А подожди, сейчас я ее промачиваю. Купил эту голубику. Зараза дорогая вообще. Ужас. Ну как ты, ягода? Вкусная, Макс. Просто вкусная. Да. Кушаем, давай. Всем доброе утро. Я наконец-то купила себе этот крем. Заехала. Ой, увлажняю лицо. Не верю. Хорошо, так приятно. Себя не показываю с утра. Сладкая. Обалденная. Ладно, это тебе кушай. Вот осталось. Доедает Максим ягодки. Уже наелся, говорит. Уже наелся просто. А я сейчас заварила себе кофе. Сантехнику помыла, протерла. Мусор вынесла. И заварила себе кофеек. И осталась одна конфетка. Вот такая вот. Благо, никому не понравился. Не понравились эти, а мне нравится. Там плотный такой хороший шоколад, хорошего качества. Потому что я сразу на плохие конфеты, я реагирую. Мне, ну, изжога появляется на шоколад любой. Я либо темный ем, а вот этот вот хороший. Еще я люблю вот такие конфеты чернослив в шоколаде. Ну, когда вот он не размазной, а плотный. Здесь прям вот инжир инжиром. Даже иногда попадаются косточки. Представляете? Но тут и написано, что могут попадаться косточки, потому что тут состав обалденный. Тут все натуральное, да. То есть настоящая ягода. И вот в хорошем качестве, в качественном шоколаде, да. Темный он такой, плотный. Сейчас я вам покажу. Вкусно. В общем, вот такой вот он. Видите? Такая конфетка. Обалденный. Вот такой вот инжир. Максиму не понравился. Видите, какой плотный шоколад. Мне очень понравился. Я редко сейчас ем конфеты. Ну, такой вот. Такие вот можно. Одну штучку раз в два дня. Могу себе позволить. Обалденно. Так, сегодня у нас уже арбуз доедаем. И Макс сейчас будет делать фруктовый салат. А я просто фрукты поем. Здесь апельсин, половинку. Яблоко. Виноград кишмиш. Киви. Груша. И бананы. Банан порежет один. Да, в салат хватит же одного. И еще нектаринчик, по-моему, один, съем. Не знаю, вам нектарин в салат нужен? Не надо? Я просто... Они с йогуртом питьевым таким, фруктовым, а, ягодным. Вот. Андрей поставил бульон куриный, варится обычный. Сейчас я почищу морковку, лук и картошку. Да, нектаринчик. И арбуз надо доесть вот этот. Не очень в этот раз он удачный. Он сильно сахарный и не сильно этот сочный. Так, такие вот йогурты купили. Я себе выбрала. Это ж эко. Эко какой-то. Фитнес-йогурт. 2,5 жирности. С персиком. Они ягодные взяли. Вот такие вот. Вот. Спусали там одна фруктики. Ну как у вас? Нам вкусно.
На мою дольку не садись только. Банан есть. Я забыл про один банан. Дорезай. Все. О, нагрызла. Буся, у нас нет мяса. Вот так вот. Не плачь. У нас есть фрукты. Ну все, тебе не повезло сегодня. Виноград, да? Мама уже. Все, она тут на арбузик. Ой, мои хорошие. Наелась я фруктов прямо от души. И не пишите, что это там сахар и все прочее. Я вам хотела, знаете, что сказать? Что... Вчера у нас был концерт в городе. Проходят же сейчас эти фестивали. Вот. И ансамбли там, всякие оркестры, еще кто-то там, исполнители, да. И вчера к нам приезжал Газманов, Олег Газманов. Вот. И вся площадь. Наша соборная площадь, в общем, вся была полная, народу было много. И я хотела вчера поехать, но я поздно закончила работать, и это надо было заехать за Андреем, потом вернуться домой, нам переодеться как-то, собраться, потому что, ну вот, в общем, поздно, мы не поехали. Хотя можно было бы погулять, но мы не поехали. Я вам кусочек ставлю. Кто-то снимал там, вот, кусочек маленький вставлю, как это проходило, и это еще часть на площади, под конец там кадры присылали уже вообще вся по улицам, но много-много народу собралось, вот, так что мы не пошли вчера на концерт, не поехали, вот. Вот такие вот у нас дела в Белгороде творятся. Ладно, ставлю вам этот кусочек небольшой. Надеюсь, меня не заблокируют. Вот. Все, спасибо всем за просмотр и всем пока-пока. Россия,